В здоровом теле здоровый дух. Именно этот лозунг можно по праву считать девизом Дня физкультурника, который ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. В преддверии праздника в Заречном, как и по всей стране, проходят массовые спортивные мероприятия, в которых охотно участвуют и взрослые, и дети. Накануне Дня физкультурника мы традиционно проводим мероприятия с самыми маленькими жителями нашего города. Одной из важнейших задач является формирование желания у детей заниматься спортом, физической культурой. Поэтому вот сегодня день мы начали с проведения зарядок в детских садах. То есть в каждом детском саду прошли зарядки с известными спортсменами. Школьники тоже не остались без внимания звезд зареченского спорта. Для ребят, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях, на поле физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» была проведена зарядка с мастером спорта международного класса по плаванию, участницей 27-х Олимпийских игр в Сиднее Ириной Раевской. Для детей встреча со знаменитостью стала приятной неожиданностью. Я первый раз вижу по глазам спортсмена. А так обычно как? А так по телевизору. Дети смогли не просто увидеть кумира, но и провести совместную разминку, после которой были приглашены на мастер-класс. Перед ребятами выступили спортсмены, занимающиеся в городских секциях. Такие спортивные праздники помогают ребятам выбрать свой вид спорта, если, конечно, они уже этого не сделали. Я вот занимаюсь плавательным. Хочешь на Олимпиаду поехать? Нет. Почему? Потому что на Олимпиаде там он очень глубокий бассейн, а я еще плаваю не в глубоком. После мастер-класса ребят завертела спортивная карусель. Это игра по станциям, по которым участники перемещались с помощью маршрутного листа. На всех 8 этапах ребята выполняли непростые спортивные задания. В конце праздника все дети получили мороженое. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».